глубинная сложность следующая. А, и причем жесткий убрано, добавлено глубинное. Но персонаж, как, кстати, третий персонаж полное говно. Он умеет перекатываться, но... Почему не смотришь Ubisoft Forward? Твой перевод там бы не помешал. Потому что Ubisoft делают в основном конвейерные игры, и мне не интересно, что они покажут на своей выставке. Я посмотрю завтра и все, и не увижу ничего интересного, скорее всего. Это моя подруга на баре, один в один. Нет персонала, у нас есть пока только Мэтт. Вот он может кувыркаться, но он такой плохой, что я не буду за него играть. Там хлам был. Вкусный мусор мы нашли! Ням-ням-ням-ням-ням! Ubisoft Forward мы нашли. Получается, если победим Афин, то мы починим эту статую. Вот эту. Может быть, может быть. Ну, продолжаем открывать контент, короче. Так, я не знаю, поставил ли я маркер. На всякий случай поставлю еще один. Блин, то есть не ставится. То есть маркер не ставится. Как так-то? Ну-ка, добавилось. Скинь озвучку, пожалуйста. Нет, моя озвучка. Ставишь галочку на новую серию. На новую серию чего? Сегодня пройдем игру, не факт, что получится. Вообще, мне завтра в зал вставать рано утром. Но вот этот ран мы еще сделаем. Я думаю, что это последний ран на сегодня. Го смотреть максимальную сложность и играть с вот этими итами. Погнали. Ты плохой человек, я второй день сижу, облизываюсь на эту игрульку, а ты сидишь и играешь. Я согласен, я ужасный человек, и вообще все стримеры, которые стримят ранний доступ, и козлы, можете меня хейтить. Так, для начала нам нужно найти фиолетовую комнату или фиолетовый кристалл. А вот он. Лол. И, кстати говоря, это просто обозначение сложности, судя по всему. И никаких больше квадратиков там и нету. А жетон Ареса получается, видимо, просто на рандоме. Можешь ты его получить, можешь его не получить, и все. Просто скажи, что тебе нравится играть за тянку, и не пинай на перекат. Конечно, нравится. Ты видел, там физика сисек есть. Вот тварь, а! А чё они такие быстрые? Чё происходит? Вообще, по-моему, они не быстрые. По-моему, у них просто хп миллиард. Забавно, их можно открыть и убежать. Где дамаг-то? Игра, где дамаг? Сколько так ты сделал на этой сложности? Вроде сходится. Что именно? Блин, как бы не промахнуться. Давайте сразу заранее дверь откроем. Про сложность? Тут про эти? Про точечки? Вот я думал, что это сложность, но вот меня сами точки вот эти вот пугали. Да не то, что пугали, а интересовали скорее. Что-то же они, блин, должны были делать.
Вообще, надо, конечно, туда запрыгнуть, но я боюсь в него упороться случайно и получить урон. Лучше буду по одной пуле его отстреливать. Так, штука. Привет. Так, а что у меня доделают эти уроны от количества монет? И когда получаете монетку, подбираете бонусы. Получаете дополнительный бонус. Супер. Это очень сильно, я должен с этим проходить. Фига, с бочек тоже что-то падает. Так, это мы открыть пока не можем. Игровая комната, это очень круто, но у меня недостаточно монет, чтобы в нее входить. У меня нету бомб, надо открыть вот этот сундук. Вот и бомба, еще и желудь. Ваши яйки блокируют пули врагов, не пугайтесь. Надо запомнить, что желудь делает. На самом деле неплохая штука, но не самая лучшая. Ну конечно, чтобы увернуться от него, попади в выстрел этого челика. Какого хера творится? Устал 9 часов стримить? Конечно же устал. Так, для начала мы ломаем это. Теперь мы ломаем это. Теперь мы ломаем это. Теперь мы ломаем это. Найс. Что-то слишком много яек. 78 монет. Можно в магазине потратиться, но... Запусти донат гол на марафон. Сейчас? Нет. Да... Я не знаю, я вот просто начал урон из ниоткуда получать. Я так ее фиолетовый уровень и не открою в итоге. Марафон 24 часа ДБД, ага. Они прыгают! Так, стопэ. Мне надо, чтобы эта бочка упала. Отлично. Он такой радостный. Так, у меня есть деньги на этот, на музыкальную комнату, да? У меня вообще довольно много всего еще осталось здесь на локе. Какой-то шлем Валькирии, шлем гладиатора, блин. Не угадал. Увеличивает урон в ближнем бою каждый раз, когда вам наносит урон в текущей комнате. Ну, если найти лазер, звучит хорошо, но опять же, для урона получать... Урон. Так, нет, пойдем вначале. Мы сходим все-таки в комнату, где попробуем найти. Кстати, фиолетовые сундуки стали редко попадаться. Прям вот редко. Это вот лучшую комнату в игре, в которой можно до 3 итемов, до 4, наверное, итемов даже получить. Ну, погнали. Главное не тупить. У самой короткой мелодии, походу. Наверное, самая легкая. Полет, божественность. В начале игры стоп, а где мой полет? Ноги сами отрываются от земли. А, в этой комнате нельзя летать. Ваша душа увеличивается в размере, а ноги сами отрываются от земли, увеличивает скорость передвижения.
Да, в этой комнате просто нельзя летать. Но так-то мы летаем. Блин, скорость передвижения, кстати, мешать может сейчас. Прыгать по правильным струнам. С непривычки. А с другой стороны, наоборот, помогает чуть-чуть корректировать полет. Ну, корректировать его быстрее, чем мы делали до этого. Найс. Даже добавить что-то наподобие усложненных мелодий на хардмоде. Может быть, дозорные. Характеристики оружия ухудшены. Добавлен модуль слежения. То есть пули летят, да? Пассивный плюс активный позволяет копить сердца и использовать их при необходимости. Ничего не расходует. Чем выше уровень оружия, тем больше емкость. Характеристики ухудшены, добавляет модуль слежения. То есть слабый, но стреляет по врагам. Блин, не уверен. В принципе, копить сердца звучит круто. Не самая долгая мелодия, к счастью. Бенто, похоже. Железное сердце звучит, как будто мы поменяем красные сердца на синие. Надеюсь, это будет не так. Даже при наличии щитов вы сначала теряете сердца, ничего. Со временем привыкнете. Это офигенно! Это идеально для вот этой пушки! Несмотря на слабый урон, я буду играть с этой пушкой. Раз такие дела. Чего? Что? Главное, чтобы... Теперь ты выглядишь как валькирия. Кстати, да. Блин. Блин, старт очень крутой на самом деле. Блин. Дурацкий арбузик. Кто придумал эти двери? Totally worth it. Так, пока что не берем. Может быть, мы найдем еще единичку где-то. Так, дальше. Только что продал урон. Блин, кстати, да, мой практически единственный урон. И то верно. Блин, ну... Не. Не, ну это стоило того. Опять же, я бомбы получил. Так, сердечки. Блин, как я босса буду убивать? Ну, буду уклоняться от него как-нибудь, не знаю. Делать пью-пью-пью-пью-пью. Просто хочу попробовать открыть ту комнату. Блин, я, конечно, за первую локу... Окей. Так, будем кайтить их по кругу, по квадрату. А, нет! Фак!
Я забыл про телепортирующихся. Слушайте, а сердца мы будем копить, видимо, как раз таки сердец в комнате. Шипастики, ну конечно же. Все? Копить это значит позволяет копить. Ну, типа, собирать их. Я вообще-то думал, что с убийств будут копиться. Видимо, да. Вы это заслужили, улучшение оружия. Спасибо. Периодически двойной выстрел появляется. Откуда? Интересненько. Ну, ладно. Ай, блэд! Ладно, забираем. В магазин не идем. Пролети вверх в начальной локации. А я как-то летал уже. Там ничего не было. Ну, в начальной не летал. Летал в... Ну, я что-то не уверен. Блин. Я же не хочу отсюда вылететь. Хороший ран. Черт, давайте в следующий раз проверим. Ну, головой упирается. Ай, поехали. Бог таблеток. В принципе, как первый босс. Сойдет, наверное. Наверное, один из лучших первых, которых можно было получить. Единственное, эти летучие мышки пугают. Да и только. Да, даже не достает. Фу! Без урона. Сердечко, брокколи, это дополнительное здоровье, отлично. Все допройдено, да. У пушки такой апгрейд, походу. То, что по два выстрела периодически стреляют. Слушай, а может быть? Неужели у пушек разные апгрейды? Я думал, она всегда урон дает. Видимо, нет. Будет очень хорошая пушка, если прокачать. Ну да, 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 осталось прокачать. Так, хорошо. Мне бы урон, удвоенный урон в воздухе сейчас. Было бы прям вообще классно. Так. Что началось? Ну вот, да, вот так и было. А здесь тупик. Так, две бомбы надо будет потратить для файт-комнаты. Это важно. Золотой Сэм. Мощь важнее точности. Выпадают случайные монеты активные. Убивая монстров, вы получаете конверт. С его помощью можно получить монеты. Чем выше уровень оружия, тем больше конвертов. Ноль конвертов. Уровень оружия второй. Расходует один кристалл. А у меня монеты дают случайное усиление и дают мне урон. Блин, вот это выбор, капец. Можно с ней пройти, а потом поменять. Можно, наверное, можно. Как ты два выстрела подряд-то сделал? Вы так быстро не стреляете, мобы. Не стреляете вы так быстро, я знаю это. Ты не будешь копить монеты. Нет, почему буду? Нормально все. Отвали. Найс. Как-то я монеты копить не буду. Буду я все копить. Так, ну это надо взрывать. Хорошо.
Так, а чем выше уровень оружия, тем больше конвертов. Ага, хорошо. Чего летаем-то? Божественность есть. Мы божественные. Неприятная штука. Давайте с этой комнаты начнем. А где рейндж атаки? Бомба на ключ. Ну, может, и поменяю, посмотрим. Неприятная какая-то комната. Вот это еще хуже. Два максимум. Нет, тут же чем больше конвертов выпадает, нет? Может быть, нет. Давайте поюзаем конверт. И 36 монет. Я не успел посмотреть, сколько мы получили. Так, отвалите от меня, мухи тут дурацкие. Все, хорошо. Ну, короче, конверты надо, получается, тратить в каждой комнате. 6 монет за 2 конверта. Да, их надо в каждой комнате тратить. Ничего себе. Так, божественность. Это феи-защитницы. Это не помню что, поэтому феи-защитницы. При потере щита причем. Блин, а мы щиты-то тратим. После здоровья. По-моему, конверт нужно юзать только в комнате с мобом. Да не, видишь, я понял, как конверты юзать. Так, есть какое-нибудь что-то, что можно открыть кристаллами? Здесь бомбы. Там вот может быть. Мне просто надо новый уровень. Блин, миниган перестает стрелять, как только переключается на милишку. Вот это вот его большой минус. 0 конвертов, кстати. Одна монетка, класс. Да, здесь есть эта комната. С магазинчиком. Я не помню, что это за лазер. Это, по-моему, который милишный лазер, да? У нас что-то с милишкой связано уже. Увеличивает урон в ближнем бою. Ну, такое. Который имба? Не уверен. Это было близко! Призрачная малышка, хорошо. Альтабы. Конверты. Но у меня нету кристаллов. Сейчас разберемся. 2.7 киберпанк. Ну, не знаю, что это такое, мы его еще не находили. Будущее наступило, вы неисправимый романтик. Чем больше у вас щитов, тем что? Тем больше урон наносит ваше оружие. А щиты мы накопим легко. Потому что хп терять не будем. Блин, я думаю, что надо возвращать пушку. Мне кажется, что надо возвращать пушку с самонаведением. Что вы думаете на этот счет? Главное не попадать в шарик, то себя можно продамажить. Так, начинать всегда здесь стоит снизу. Тихо.
Потому что потом сейчас шипастики появятся. И мы от этих шипастиков мгновенно получим урон, потому что не успеем отойти. И мы перешли в красную зону. Класс. Ну, не класс, если что. Это шутка. Кузнечный молот. Бам-бам-бам. Улучшает оружие. Увеличивает урон. Давайте-ка вернемся. Фиолетовый цвет. Так, надо секрет искать, по идее. У меня еще есть бомбы. Блин, секретов на самом деле много вариаций. И тут может быть... Кристалл возьми. Я думал вот эти вот взять большие. А теперь уже не уверен, тратить на них бомбу или нет. Наверное, нет. Сейчас деньги в магазине все равно просрешь. Я не знаю, что это, но, конечно же, я это куплю. Чип Рока. Убейте достаточно врагов, и будет выпадать больше щитов. Ну, блин, вот это для меня сейчас как раз-таки плохо. Ну ладно, сгоняем, так и быть. Сюда бы с накапливающей пушкой, да? Почему я собираю их просто так? А, не, не собираю просто так, показалось. Не, уже бесполезно. С накапливающей пушкой сюда идти. Хочу ли я этот ключ потратить? А давайте попробуем. Когда убиваете врага в ближнем бою, есть шанс получить кристаллы, ключ безграничности. Ну, классно, но уже поздно для этого ключа. К сожалению. Но это невыгодно совершенно сейчас было. Здесь же ничего ключом не надо открывать, не. Тут тоже. Фак. Ну, на босса лучше с пулеметом, конечно же, чем с этой пушкой. Это 100%. Но я переключусь, наверное, на эту пуху. Будем копить сердца в финале. Тебе комфортно играть с проводной мышкой, не цепляется провод? Знаешь, бывает такое, что цепляется, очень хочу... приобрести себе специальную эту держалку. Что-то, ну, так себе дамажит. Конечно, самонаводка бы, скорее всего, тоже мало дамажила, но... Ну, так себе. Вот эти шары неприятные, надо просто подальше от него стоять. Ага. Можно случайно урон получить. Блин, случайно перестал стрелять. Ну, если без урона, дополнительный выстрел обойма. Повышает плотность огня и урон. В общем, я предлагаю все-таки нафиг конверты. Я думаю, что сердце-пушка. И она уже два сердца, кстати, сохранила. Выстрелы уже большие, крутые, урон, скорее всего, наносят. Самонаводящиеся, классные. Поехали. А, стоп, я здесь секретку так и не нашел. А хочу ли я ее вообще здесь искать? Давайте здесь попробуем разок. Yes. В этот раз мы пойдем наверх.
повезло. И у нас фиолетовый бесконечный ключ. Что это такое? За 20 монет яйца покупать, да? Гранаты, кристаллы. Я куплю яйки. Давайте посмотрим, как эта штука работает. Ну, просто дает яйки. Нет, монеты важнее, чем яйки. Не буду, не буду. Один раз просто потестили и все. Ух, повезло. Просто и повезло с тем, что нашел секретку, и с тем, что в ней выпало. Прям 10 из 10. Найс. На вайерлес не перепадало желание. Нет, я не хочу играть на беспроводных. Не знаю, не нравится. Я ленивый. Мне заряжать что-то, я не смогу просто. Так. Это шо, Рутя? Ничего себе, спасибо за рейд. Здорово. Здорово. Рад видеть всех. У нас тут, как обычно, всякие крутые упоротые рогалики. Ой, какие свинки классные. Так, мне осталось вспомнить, откуда этот свин. Это же из аниме какого-то, да? Здорово, здорово, рейдеры. Рад приветствовать вас. Блин, вчера Нюк рейдил, короче, и сказал, что после рейда обязан стримить час. А я такой уже спать собирался. Не, это просто кабанчик. Блин, я похож на кого-то из аниме. Где-то я такого видел. Либо из... либо... Может быть, в Наруто, может быть, в... Не, подождите. Нет, на свинку из... Этого не похож. Короче, в каком-то аниме был похожий кабанчик. Вон, у Битпоука есть смайл вообще из этого... Из клинок рассекающих демонов. Это нюковский, кстати, лол, я его не видел еще. Давно я с моего нюка не проверял. В общем, да, рад всех видеть. Не, в «Семь смертных грехов» обычная розовая свинка же была. Так, все хорошо. Все хорошо. О! Призрачная малышка, убей этого медведя, не будем к нему подходить, а то он по нам еще стрелять начнет. Фига, она урона вообще не наносит. Зато теперь мы узнали о полезности / бесполезности этого моба. Блин, у меня все еще середина только накоплена. Хочу ли я... У меня ключа нет, какая разница. Так, здесь врагов нету. Есть ли возможность как-то пробить? Видимо, нету. Ладно, го дальше. Прикинь, сколько в нем хп на твоем уровне сложности. Да, я представляю. Норм. Блин, кристаллы некуда тратить. Нужны какие-нибудь кристальные сундуки. Они так редко попадаются вообще. В последнее время прям вот вообще нету. Как будто их вычеркнули из этой сложности. Кристальные сундуки, да. Да, кристальные. Именно этот сундук я и просил. Так, это можно открыть. Вопрос в том, откуда стрелять. Сойдет. Придется еще раз кидать. Да говно. Ну ладно. 65 монет, кстати. На свинку пятого Хокаге похоже, цена, да. Вот я не очень помню. Да, может быть, я слишком давно Наруто смотрел. Там у кого-то были петы. Блин, когда-нибудь я это набью, но... Но что-то все тяжелее и тяжелее становится. Оп, халявный сундучок. Ключик, он мне как раз нужен был. Я же еще комнату не открыл. Золотую.
Стрим почти 10 часов идет. Да, я начал с Ведьмака на 5 часов, и сейчас уже 5 часов в эту игру играю. В чем прикол скипать золотые сундуки? У меня нет ключей, чтобы их открыть. Энергетический куб. При каждом использовании портала есть шанс получить щит. Супер. По-моему, это маска зайца из... Ну, погоди. Нет, волка наоборот. Нет, подожди, да, у зайца квадратная была. Короче, да, щиты у нас никогда не закончатся, но... Вот шипы криповые, кстати. Щиты у нас теперь никогда не закончатся. И у нас от этого будет дополнительный урон, получается. Так, кристальчики тратим. Че, в магазине? Пушки. Но мне моя нравится. Интересно, сколько сердец максимум она может копить? Блин, с ключом я даже не знаю, повезло мне или нет. Потому что если бы я его раньше нашел... Ну, я хотел за ртом сходить. Че, боялся робота-зайца? Ну, погоди, много кто боялся. О, еще ключ. Ладно. На следующие левелы. Так, кристалл у меня здесь еще есть. Надо понять, что делать с бомбой. Скорее всего, здесь надо открыть. Тем более, там золотой сундук. Найс, повезло. Попал. Нормально все. Каждый раз, когда питомец повышает уровень, вам выпадает половина щита. К сожалению, мне это-то не надо. Ну, ладно. Сердца не копятся. Неужели два максимум? А, зависит от уровня оружия же. То есть будет пятый уровень оружия, будет пять сердец. Чем выше уровень оружия, тем больше емкость. Да, да, да. Теперь мы знаем, на что, в принципе, уровень оружия влияет. Что раньше я как-то, ну, не настолько над этим не задумывался. Халявка. Оказывается, уровень оружия на самом деле до побилку апает. Блин, ну чё, где будем искать секретку? Здесь, здесь или здесь? Давайте здесь попробуем. Вот это я лакер. Красная комната с щитами выгоднее, чем меньше хп, тем больше щитов. Да. Это правда. Но я уже хочу фиолетовую добить. Ну, на самом деле нет, щитов-то все равно 10 максимум. То есть максимум щитов от этого не меняется. Открывай красный сундук, а вот не могу, потому что у меня уже почти наполнено фиолетовое, понимаете? И могу просто так взять и просрать фул полоску фиолетовой. Это не стоит того. А здесь что за сундук? Правильно ли я понял, но кажется, что активка оружия — это хилка, да. Она копит заряды. Блин. И потом... копит сердца, и потом их использует. Не знаю про максимум щитов, но вот он есть. Но да, на самом деле для меня это хорошая штука. Так, ой, ё-моё. Не, ну тут тактика битвы простая. Просто не попадай в фиолетовые лучи. Для этого у меня и есть полет. Чё-то ты быстро разозлился, братан. У меня столько дальности нету. Слышь? Может, девочка как? Может, пойдешь подамажишь, а? Ты хочешь, не? То было бы неплохо, в принципе. Немножко помочь мне в этом файте. Ух.
уклонялся одновременно от этих. Да блин, еще один урон. Окей, фляжка. От картин этих дурацких или кассет. Че там, прыжки дает? Между первой и второй перерывчик небольшой, значительно увеличивает урон от оружия. Нет, не прыжки. Урон. Найс. Блин, я надеюсь, что я добью фиолетовый, реально. Это уже четвертый уровень, я все никак его открыть не могу. Вот я лох. Слишком много урона получаю. К этим просто в миле не подходим. Железная мельница. Тебе бы шмотку, на чем меньше хп, тем больше урон. Берсерк, да, кстати, что-нибудь такое было бы здорово. Ай, ладно, погнали дальше. Потихонечку. Ну, блин, балерины уже эти дурацкие появились. Фига, что столько монет попадало. Эй, кто монет накинул? Чат, признавайтесь, это вы? Блин, в игре не хватает Twitch интеграции. Стрим еще долго будет идти? Ну, вот этот ран мы только до конца добиваем. Но больше меня сегодня, скорее всего, не хватит. Я уже просто, ну, уставший. Так, нужна комната фиолетовая. Да, магазин, то, что нужно. Найс. То есть я потратил 3 кристалла. Почему у меня комната, блин, не открылась? Алло! Это при получении урона иногда выпадает броня. Не хочу это брать, мне это не нужно. Слушай, можно будет мою подружку зарейдить? Я обычно так не делаю, только знакомых. Только знакомым хосты кидаю рейда. Вообще, я очень редко это делаю. Слушай, давайте и правда, наверное, красную в этот раз возьмем. Потому что мне так жалко сейчас сердца. Каменное семя — это стены, оно мне не нужно. Монокль. И если из яйца ничего не вылупится, вам выпадет ключ. 10 из 10. Все. С ключами проблемы решены. Смешно, что мне сейчас не нужно проходить это без урона. А я урон не получаю все равно. Так. Блин. Нет, не хочу. У тебя есть шанс открыть босса, иди лучше в синюю. Кстати, точно, мне же босс нужен. Мне же нужна эта Артемида. Я совсем забыл об этом. Этот ключ мы не будем ржавый брать. Ржавый ключ мне будет не очень, он будет взрываться. И периодически будет давать гранаты. А может и нужен. Да, нам же надо как-то еще Афину открыть, поэтому давайте. Так, выпадение дополнительной бомбы. Вот бомба — это хорошо, потому что нам нужны бомбы. Самое забавное, что я могу вот отсюда попробовать открыть и взорвать этот сундук. Но нет, один ключ на этот раз я не хочу. Короче, ладно, пробуем Афину снова. С другой стороны, куда мне еще этот ключ тратить, правильно? Блин, никакой еще... Одну пойдешь next отдыхать. Да, я пойду отдыхать, конечно. Какая у вас температура тела, ребят?
не мерил. Вот с тех пор, как начали говорить о коронавирусе, ни разу не мерил. Так, наша любимая комната, поехали. Блин, я такой быстрый, непривычно. Ну, я не болею. Я недавно, кстати, тест сделал на антитела. Ну, там такой, правда, он слабенький и непоказательный ни хрена, но... Вроде как там второй полосочки типа не было, значит, что я, скорее всего, не болел, и нет у меня антител, и вообще лох. В Steam игра есть? В Steam игра появится через 2 дня. Это что такое? Голодный амулет. Убейте достаточно врагов в ближнем бою, и вы восстановите половину сердца. Я в ближнем бою не дерусь. Но это такая неплохая вампирка, кстати. Мне кажется, или это та же самая мелодия? Не две палки, да, я тоже обрадовался. Но в то же время было бы приятнее, наверное, даже уже переболеть, чтобы без симптомов и без ничего. Не знаю. И не беременна. Сычуанский соус, поджигающие выстрелы. Ей. Это хорошо. Ау. Ну, это стоило того, как всегда. Да блин, опять та же мелодия. Скоро с закрытыми глазами ее можно будет играть. Нет. Больше у вас щитов, тем быстрее вы стреляете. Чем больше у вас щитов, тем больше ваш урон. Чем больше у вас щитов, тем быстрее вы стреляете. Ух, вот. Блин, нужна бомба. Стоп, а где здесь телепорт? Сверху, что ли? Да. Что тут осталось? Вот эта комната, да. Бомбы, которых здесь мы тратить не хотим. При потере ключа мы можем выбить бомбу в теории. Такое возможно. Также можно вот здесь попробовать из монет полутать ништяки. Ну, получится у меня достаточно по пикселям вниз пролететь? Ня. Эх, ладно. Не буду этого делать лучше. Ну, значит, открываем сундук, надеемся на бомбу. Yes! Стоило только попросить. Очень повезло, слабенькие мухи появились, легко убил. Позвольте ему вам помочь, дает щиты, улучшает оружие.
93 монеты. Я не помню, надо ли мне что-то в магазе. Там вроде бы бомб нету. Ключей тоже. О, бомба! Вот так вот, оказывается, было. Забери щиты на шипах взамен сердец. Да так не получится. Можно попробовать секретку найти, но слишком много. 4 точки для секретки. Не хочу искать, не хочу пробовать. Ставим эту бомбу лучше. Бог фастфуда! Ой, я забываю, что надо снизу стоять, чтобы яйки убивать. Урон, честно говоря, у меня, ну, не самый большой, да? Эх, получил, да, дамаг? Да, получил уже. Ай, здесь штука летает. Я не увидел. Ай! Да, мне гораздо проще в красную комнату здесь выйти. Моя штука с сердцами уже особо и не работает. Да, вот если бы я броню так же мог копить, как сердца. Урон норм, дальности 0. Улучшает орудие, увеличивает выступность шишка и скорость перемещения. Ну, ладно. Давайте поюзаем, что ли. Два сердца. Ага, то есть он сразу все юзает. Тут сердец нету. Завтра будет возьмак, если да, то когда, к сожалению, завтра уже работаю. Ну да, завтра днем, как обычно. Жгрел 10 щитов максимум, да, видишь, они больше не копятся. 4, 5, 6, 7, 8, 9. А. 11. 12, 13, 14, 15, 16. Да не, вряд ли. На босс тебе надо Афину. Да я знаю, я помню. Но не могу пока. Тяжело, урон получаю. Это какой уже, пятый? Уже пятый. Блин, ну попробуем. Фух, повезло. Ну или не повезло, а скилл. Чистый скилл. Тебе арчит дает 11. Какой из? Увеличивает количество щитов, да? Сначала теряет сердца. Без достаточно. Я не помню. Это 4. А, или просто он накопился сортов. Я понял, все, я понял, да. Да, вот это вот очень правдоподобно. Убил же, да? Да, убил. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Адам третий. Хорошо. Неплохо. Так, камни пока лучше не брать. Постарался убить медведя до тех пор, пока ничего не произошло. Да хрен его знает, что эти медведи делают. Пойду спать, удачного стрима. Деспи деда. Доброй ночи. Деспи деда. Не знаю, надеюсь, правильно прочитал. Спасибо, что заглянули с хоста Рути. Рад всех видеть. Так, ждем, пока эти мины исчезнут дурацкие.
Теперь можно и сюда пройти и убивать его. Найс. Вроде проходим без урона пока что. Многие комнаты. Получается. Сейчас появится этот... Угу. Так, эти до меня не достанут просто-напросто, по идее. Да, мне бы дальности прям вот очень надо сейчас. Дальности выстрелов. Блин, пушка, конечно, выглядит круто. Сколько еще? Ну, походу, одну комнату надо зачистить. Здесь могут быть бураги. Нет. Злой или нет? Хазам. Блин, нищеты. Хоть и без урона, но все равно вяло идет. Ну, так. Так, это сейчас убьем. Вы слышите... Ага. Слышите зов. Пойдем в ТПшечку. Давай медальон Афины, пожалуйста. Церемониальная маска. Блин, да мне опять это каменное семя нафиг не нужно. Да, вот он, жетончик Афины. Хорошо. Чувствуете умиротворение. Главный вопрос, нужен ли помимо ее жетона еще жетон Ареса. Но это мы по дороге узнаем. Что за маска? Дает контейнер кристаллов. Вы можете восстановить сердца, потратив 5 кристаллов. Ну, неплохо для комнаты с Афиной, кстати. Еще игру пройдем. Возможно. Если она финальный босс, потому что может появиться еще какой-то босс. Раз это Айзек, здесь как бы... Не стоит рассчитывать на то, что это так работает. Так, вообще мне надо, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю сейчас запустить красный... Будет забавно, если мы заглянем... Да не, вряд ли мы уже жетон потеряем, правильно? Заглянем к Аресу, и Афина такая скажет, типа... Да ты охренел к Аресу идти? Ну, незабавно будет, будет очень плохо и неприятно, но... Какие-то бумаги. Давайте возьмем. Лотерейный билет. 7-7-7-7 монет. Вы невероятно удачливы и одиноки. Напоминаю, чем больше у вас монет, тем больше урон наносит ваше оружие. Одиноки, неужели не могут вылупиться яйца? Смотрите, а жетон летает за нами вместе с яйками. Забавно. А его нельзя просрать случаем? Вдруг у него здоровье есть? Блин, я уже не вижу жетон. Ну, эту пушку я брать не хочу. Тиван одиночества, да? Классика. Ну, незаметно, чтобы они шотались. Так, там эта балерина. Она сверху спрыгивает. Вот ведь тварь, а. Хотя, стоп, мне же урон надо получать для красных комнат. Вентянчик X. Купил деньги на деньги, да. Но мы не знаем, что за одиночество. Смотрите, эти камни как будто... Они так выпирали. Может, первый раз заметил, но они как будто были живые. Урон. Ну ладно. Как я уже говорил, урон нам все-таки нужен. Не, я думаю, что боссы будут мгновенно умирать. Не знаю. Ну, не мгновенно, но... Ну, быстро. Ключи, спасибо. Почему щит не ломается? Потому что вначале теряются сердца, а потом щит. У меня такой тем. Очень интересный. Ай, я взорвался. Оп. Какая-то каска. Венец из перьев. Есть шанс, что ваша пуля создаст красивый фейерверк. Короче, у меня есть предположение. Вау. Ладно. Все.
все это в центр, в босса, и взрывается, и пули разлетаются, и влетают в босса, и... Да. Мне... Я думал, может быть, мы не можем поднимать яйца, давайте посмотрим. Нет, добавляются. Я думал, может, яйца вообще выпадать не будут. Про одиночество. Странная штука. Непонятная. Попкерн нужно? Не. О, вот это хорошая вещь. Блин, сундук выпал, который мы пробить как раз таки не можем. Блин, мы скоро щиты начнем тратить такими темпами. Хочу использовать штуку, она не используется. Здесь только одна комната, в которой может быть секрет. А, нет, две, может быть, блин. Есть ли какие-то сундуки, которые я почему-то не открыл? Здесь нет. Золотые сундуки, кроме вот этого. О, есть. Давай, бомбы. Да, блин, бомбы. Да чтоб тебя, ну бомбу он мне дал, конечно. А теперь главный вопрос, что взрывать этой бомбой? Можно вот этот сундук? Пойти его, наверное, для начала. Потому что мне может еще бомба выпасть. Я не это имел в виду, но да. Секретку сразу нашли. В прошлый раз было синее, в этот раз розовое. Там почти ничего полезного не было, так что хер с ним. С коробки упало. С коробки упало самое полезное, что здесь было, ключ. Блин, мне нужна какая-нибудь секретная комната, в которой будет куча хилок. Я отсюда же уже все выкупил, да? Ну, кроме пушки. Так, это уже пятый уровень, то есть мы сюда уже не вернемся. Ага. Ты кристалл можешь сердца конвертировать? Нет, не могу. Я могу сердца копить. Но они у меня не копятся, потому что я получаю урон. Что на самом верху, где дыра? Ничего. Идиот. Да. Чуть с полетом увернуться не могу. Но здесь на самом деле проще ходить, чем... Нет урона, нету. У меня просто нет урона. Надо пушку срочно менять в таком случае. Иначе я до Афины не дойду. Я не думал, что это лазеры будут. Да, ты серьезно? Лазеры в самом низу? Они же там не спавнятся, блин. Или, по крайней мере, я так думал. И самое смешное, что я не могу вернуться и полутать все щиты, которые нашел в той локе. Сок мяса, еще бы здоровье восстанавливал. Спокойной ночи, Акчи. Добрый. Не сиди долго, да я да пройду этот и да. Я говорю, монеты за урон фигня. Там есть какой-то кап, скорее всего, просто-напросто. Так, наши щиты попадали. Теперь нам так нужны. Без которых у нас, кстати, урона нет. Тоже. В общем, да, пушку срочно менять, снежный брат. С нормальной... А что у меня по уровень пушки 5? Но... А, ну да, уровень пушки, как мы узнали. Здесь-то ничего не дают. Блин, а мы как раз в красную, наверное, хотим... С другой стороны, я урон получу, это плохо. Ну, не, мы все равно хотим в красную.
Может быть, фиолетовую, но в конце. Лучше вначале другие комнаты обойти. Долго за мной эта херня летала. Зря я все-таки взял ржавый ключ. Хоть мне тогда и очень не хватало бомб. Стример свеча, чего такое? У тебя был артефакт, который позволяет вроде конвертировать кристаллы в ХП. Да, а как я их тратить буду? Купи сердца за кристалл. А куда мне их тратить? У меня же не было пушки никакой, которую я мог бы потратить. Нет, я там была какая-то пушка в магазине, но я ее не купил. Вот купил бы тогда, да, тогда может быть. И пушка маска. Да я понял, что маска. Ну а как мне конвертировать кристаллы в ХП? Как вы мне предлагаете это сделать? Нажать на эту маску или что? Вот это. Да. Да, и чего? Вы можете восстановить сердца, потратив 5 кристаллов. Потратив 5 кристаллов. Ну ты делаешь, что их тратить надо. А как потратить 5 штук? Это вопрос. Найти пушку, которая тратит по 5 кристаллов. Ну, наверное, так. Как я знал, что в меня протанется. Так, что там? Чата свече, да? Ну. Где этот чит лежит, половинка? И почему я его не взял? На ноль здоровья сидим. Джек, третий леденец. Нет, не он восстанавливает полностью здоровье, нет, дает контейнер просто-напросто. Блин, мне надо в этом уровне все-таки урон-то получить как-то. Ну. О, комната выбора. Хорошая комната. Интересно, бывает такое, что... Давайте наверх в этот раз. Какая-то прикольная рулетка. Постоянно взрываюсь. Просто постоянно. Зато осталось один урон, и мы в красную комнату попадаем. Может быть, прямо сейчас это и сделать. Ой, там сестренки дерутся. Сестренки. Валенок. Тихо. Да, монеты, которые мне не нужны. Фу.
Блин, надо получить единичку урона на самом деле, да? Давай-ка я в него влечу. Все, хорошо. Пойдем, отдадим один контейнер за что-нибудь, за урон, я не знаю. Попробуем продолжить синюю качать как-нибудь. Как раз тратить сердца надо, правильно? Это бомбы вместо яиц. Это какие? Я так ни разу не брал. А вот это крутая штука. Чем больше врагов вы поражаете, тем больше урон наносит ваше оружие. Без остановки. Хорошо. Так, теперь надо фиолетовый кристалл активировать. Он будет, по-моему, в этой комнате. Заодно урончика пополучал. Класс, да? Пушка уже, по-моему, не наводится даже. Да ёбаный ключ ржавый, никогда его в жизни больше не возьму. Never fucking again. Что это такое? Чудо-шлем. В момент, когда у вас стоит с половиной сердца, выпадает щит. А у меня частенько остается половина сердца. Опа, выбор направо, вниз в этот раз. О, новая пушка. Говно, правда, но... Обновляет все закрытые сундуки за два кристалла. А давайте мы попробуем потратить, обновляя сундук, который ключом открывается. И узнаем, получим мы сердце или нет. Ну я недавно тратил единичку, теперь потратил двоечку, и нет, нифига это не дало. Не дает мне, к сожалению. И, скорее всего, я ее оставлю ради урона, потому что, да. В комнате выбора нельзя взорвать стенку, я пытался, нельзя. Предлагаю обновить этот сундук. Гра, ты издеваешься надо мной? Кстати, половинка сердца. Что там? Можете... А, восстанавливаете... А, щит получаете. Мы похилились, да? Это вот только что произошло из-за того, что я потратил кристаллы? Возможно. Вы можете восстановить сердца, потратив 5 кристаллов. Что-то мало, как оказалось. Мало, да? Мало. 3 кристалла. Сердечки, щиты, смотрим, что за шмотка, квантовое ядро, повышает урон от огнестрельного оружия и дает щиты, источник невероятной силы, еще бы знать, откуда она, как она работает, может дело в струнах. Так, а ты у нас что? Ты у нас дает возможность летать в текущей комнате. Полное говно, но тратит ровно 5 и делает вот такие забавные выстрелы. Не, лучше пластиковое ружье возьму. И пойду бомбы менять, летать в комнате. Каппа. Здесь вряд ли, потому что комнаты смежные. Вот здесь вот может быть секретка, да? Мне кажется, самое логичное. Да. Ну, прекрасно. Ну, поехали. Ой, это, по-моему, самая медленная. Ой, самая быстрая, наоборот. Самая маленькая мелодия. Трынь, трынь, трынь. Саван.
Дает контейнер кристалл, вы можете получать кристаллы за убийство врагов. Чтобы восстанавливать здоровье, да, пожалуйста. Ну, это такая средненькая, по-моему, по длине. Ну, или даже... Вторая по длине, это точно. Каска, не получаем урона от шипов. Не то, чтобы нам это было нужно. Ау! Кстати, у меня только что осталась половина сердца. Где мой щит? Или я его сразу же забрал? Думаю, что вряд ли, но... Блин, ну вот это реально самая халявная комната в игре по количеству лута. Просто нереально много лута дает. Я чуть не промахнулся, кстати, только что. Это, по-моему, самая долгая мелодия была, да? Какую песенку на алерт? Вот эти вот мелодии. Радуга, раскрась мир, яйца никогда не вылупятся. Нет, мы уже играли этой херней, и мне кажется, пластиковое ружье для убийства боссов будет лучше. Ну, мы уже играли гитаркой. Так, пошли собирать кристаллы. Пропущенные. Оп. И менять сундуки для восстановления здоровья. Стоп, оно всего-то 5 кристаллов дает, видели? А я-то думал, всегда максимум заполняет. Черт, это я открою. Здесь что за сундук? Каменный. Да, здоровье восстановил. Блин, кристаллов нет. О, какой сундук крутой. Дайте мне кристаллы, пожалуйста. Один. Еще один нужен. Вон в той комнате есть. Наверняка его чем-то открыть надо. Может быть нет, может просто забрать. Да хилит, хилит за 5 кристаллов. Нормально все. Блин, игра, конечно, просто затянула. Что-то я не ожидал, что настолько. Блин, мне очень нужна комната, в которой будет куча здоровья. Или, короче, артефакт, который... дает восстановление здоровья. Удваивает. Который удваивает восстановление здоровья. Так, ну что, мы все полутали, да? Тут какая-то пушка. Тут гитара. Или что-то... А, там этот... дудка. Так, я одну комнату какую-то пропустил. Вот так. Все понты стримерских привилегий. Да что началось-то? При чем тут стримеры? Казалось бы, при чем здесь стримеры, да? Пушку можем сменить на другой айтем. Как? То есть, не, вот эта пушка мне нравится. Вот это классно. Но будет достаточно много урона вписывать босс. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Нельзя же узнать, что уровень дает. Но, видимо, уровень здесь дает количество выстрелов дополнительных или что-нибудь такое. На жерерово на пушке работает? Нет, только на сундуки. Только сундуки. На пушке это за пятеру, это другой рерол. Бог биткоинов, блин. Не вижу его. Потому что ни хрена не видно, куда он кидает свои бомбы. А он прямиком в тебя кидает свои бомбы. Станем-ка над ним.
Ладно, не прямиком у нас, как оказалось. Но доверху не докидывает. Нашли абьюз. Я не помню, он будет прыгать? А, нет, тут будет другая штука. Что за взрывы? А, это клоун дебильный, скорее всего. Меня толкает иногда. А это он по мне попал. Да тупой клоун! Пепич клоун! Просто кидает в меня бомбы рядышком. Это так. Все, ни хрена не осталось. 5 хпшек у меня на все локи. Насколько? Это только 6 уровень. До Афина мы такими темпами не дойдем все-таки. Здоровья у нас нету, ни хрена. О, щит, спасибо. Не, ну Пепич Лоун в полете прям реально мешает. Блин, может и правда другую пушку надо было взять. Нужен какой-нибудь лазер крутой. В лазер будет имбой, 100% в минимуме. Сейчас будем искать что в магазинах. Хорошая комната, лучше в нее попозже. Тем порталами пользуется, он щиты может, что есть. А, это, нет, подожди, там не пользуйся порталами, там когда ты активируешь портал. Бастер выглядит, как будто раздает Wi-Fi. Класс. Так, сейчас попробуем также этот единичку потратить быстренько в комнате здесь. Это то, что я хотел как раз. Вот это, правда, урон от оружия увеличивает. Но вот он, капюшон любви, да. Попросил, получил. Что за предмет-то с босса упал? Дополнительный выстрел. Здравствуйте, Ан, как-то непривычно видеть твой постоянный стрим без ДВД. Как ты перестал играть в эту шнягу? Я купил ее и сам начал играть. До этого руки не доходили. Не хватает от тебя мастер-класса. Ну, сорян. Нет, я так и знал, что не получится этот фиолетовым открыть, но урон я получать не хочу. А вот хочу ли я красный получать? Не, мне единичка урона сейчас нельзя получать, ни в коем случае. Сундук-то хороший, открою. Ради одной монетки. Да-да-да, шипы, шипастики, да-да-да-да-да-да-да. Закусали. Стоп, еще кто-то? Что началось? Блин, щиты падают хорошо, но я их и трачу. Мне полотенчик нужен в этом районе. Фу, я уже испугался и начал это... Так, этот сундук мы меняем. Давай на обычный, что сойдет. Над этим я еще подумаю. Ты опять всю ночь играть будешь? Нет, ну сейчас последний раунд закончим. Так, хилки, которые хиляют на максимум, найс. Самое хреновое, что я ключами не хочу пользоваться сейчас. Можно урон получить случайно. Девочка, кактус. А девочки смеются. Щиты? Нет. Так, вот эта херня вылезла в стене. Нормас, живем. К
Телепортеры долбаные. Убил, не убил? Видимо, убил. Мне как-то бомбами надо пытаться открывать вот это все на самом деле, да? Ну, не бомбами, а этим клоуном. Блин, ничего не выпало, что ли? Монетка выпала, понял. Наш идеальный сундук. Магазин-то тоже надо как-то открывать. Кристаллов-то больше и нету. Ставь про то, как один предмет может подруинить катку. Ну, отчасти да. На самом деле есть еще проблема в том, что у меня на самом деле, ну, не так много ключей, так что... Не, ладно, у меня 6 ключей. Я бы сейчас золотые сундуки по кулдауну открывал. И было бы классно. Так. Давай. Три бузика. Три арбузика. Бузика, арбузика. Драма, драма бузик. Ты не поверишь, нам еще очень везет. Не буду называть его имя, а то зараза еще вылезет. Такое, кстати, возможно, да. И это тоже может быть. Кристаллы, надо в магазин идти, наверное, да, сразу же. Здесь может быть файт? Наверное. Может не быть файта. Синий доктор, наш бро, синий доктор сейчас... Не в этой катке наш бро, кстати. Так, черепашку покупаем сразу же. Все щиты, вообще все берем. Ключ. Пушка-ключ. При каждом использовании ключа. Ну, надо проверить. Надо проверить. Может открывать замки. Буду ли я взрываться? Стоп, лучше проверять на сундуке. Лучше проверять на сундуке, на золотом сундуке. Я не взорвался, ей! Я не взорвался. Ура! Вау. Тут еще два щита, которые я поюзать не могу. Ай. Один он выкатился. Выкатился, а как его теперь взять? Лол. Все, мы потеряли щит. Каев. Не знаю, что маска делает, но тоже каев. Два кристалла. По-моему, я взорвался, да, только что? Я же сундук только что открыл. Нет, подожди, кристальные можно. Технология будущего. Дает щиты и увеличивает скорость стрельбы. Стильная защита для глаз. Мне нужно здоровье. Вот этот сундук можно сейчас будет поменять. Попробовать превратить его в золотой. Потому что золотые всегда самый топ. О, сколько здоровья! Так, чего? Чего мне здоровье ничего не дало? Не понял. А, синий доктор. Я не успел к здоровью. Ясненько. То чувство, когда док руинит катку. Док. Нельзя так. Ну, док. Бля, где урон? Чего я мобов убить не могу?
Яда. Где мой урон? Это всего лишь мелкие шипастики. Минус 200 монет, нет урона. Да при чем здесь 200 монет-то? Там же не сказано, когда ты теряешь монеты, ты наносишь меньше урона. Кап ушел в минус. Может быть? Я не знаю, сейчас будем пытаться восстанавливать. Какого хрена? О, мини-ракета. Ракетница. Шанс выстрелить ракетой с тепловым наведением. Давайте тогда ставим ключ и пушку, потому что сам ключ дамажит не слабо. Я помню, он умеет. Он умеет. Блин, а сюда-то не попасть? Черт. Значит, у меня единственный плей остался. Поискать секретки и... У меня есть этот ключ, о, этот сундук. Ну, можно в такой, да. Он успел сожрать? Ты серьезно, ты успел сожрать сердце? Потому что, по-моему, там выпало сердце. Док. Телепортом через дверь? А, у меня же нет телепорта. Как я это сделаю? Выплыло яйцо? А, ну может быть. Так, ладно, секретки. Раз, два... Ой, очень-очень много вариаций для секретки. Ну, начнем здесь. Продолжим здесь. И закончим тут. Фак. Не хочу это. Это целых два урона, я туда не пойду. Погнали к боссу. Все, прощаемся с этим уровнем. Да. Это же реально Binding of Isaac, да? Это он. Не, слушай, дамаг есть. Уж не знаю откуда, но он есть. Фух, нормально, медаль за отвагу. Все дело в дисциплине, увеличивает скорость передвижения и урон от оружия. Так, ну видимо мы теряем пушку, да, и остаемся с ключепушкой. Только нам еще сейчас Зевса убивать. Щиты забери. Не могу. Это тоже не могу. Пока что. Нельзя вернуться в прошлую комнату. Что произошло? Какой нафиг? Что это было? Чего я урон получил в самом начале? Мне показалось... Ладно, ключ и пушка пока что ничего такая. Угу. Майкл Шварц, приветствую. Чё? А, яйцо. Так, еще один уровень пройти, вау, золотая монета. Ух. Ракета себя подорвал. А может быть. Неужто эти ракеты могут себя дамажить? Не, ну все может быть в теории.
Теперь можешь ракетницу уничтожать камни и сундуки. Ну, если это так работает, то, наверное. Блин, опять урон получаю. Не могу закрыть. Нормально. Ну да, вылетает ракета. Вопрос в том, куда она вылетает. Вроде вперед. Да, и она же может продамажить, если попадет в шары дурацкие. Все, так и будем делать сейчас. Значит, шарики не дурацкие, на самом деле. Шарики классные. Демка? Нет, для стримеров раньше дали ключик. А, ключи есть, гранаты есть, деньги тоже. Да все есть. Кристаллы еще можно здоровье тратить. Так, не знаю, что это. Погнали. Промельная трость. Чем больше питомцев, тем быстрее вы стреляете. Звучит полезно. Я бы хотел посмотреть на свою скорость атаки сейчас. Так, секреты надо проверять как-то. Тихо, тихо, куда? Не факт, что ракета взорвется, пытаясь открыть секрет. Скорее всего, нет. Хотя, ну, мы этого не узнаем, пока не будем проверять. Правильно. Летит куда-то, блин, не туда еще. Ой, нет, я заметил. Спасибо. Так, ладно, поехали. Блин, эти шары, конечно. В которую я дамажусь ракетой, меня это вообще пугает. Очень. Один, кстати, исчез. Да, стой. О, закрепим сейчас этот. Оу, найс. Окей. Фиолетовую комнату. Так, луковица — это какая-то фигня. А, это неуязвимость при входе в комнату. Огненное сердце. Не знаю, что такое огненное сердце. Давайте возьмем. Вы можете возродиться после смерти, но почувствуете усталость. Видимо, работает только один раз. Ок. Аккуратно слей шар. Тяжело это сделать будет. Да еб... Херня, блин, в меня упала. Не упала, а влетела. Это ж муха была. Не херня. Где мое здоровье? Мне бы аккуратно слить синего доктора. Шар, кстати, слился. Все, можете теперь стрелять спокойно. Сказал я и направился на шипы, да? Вроде бы пусто. Сундучок. Мне бы теперь как-то кристаллы еще потратить. Типа, да, было бы здорово. Я, кстати, забываю, что моя пушка — это ключи-пушка, и мне надо ключами стрелять, потому что они хороший урон вписывают.
Ключи прям очень позволяют снести врагов. Так, кто еще? Ты, да? Где в этот раз? Сюда иди. Туру, туру, туру. Как ты достал? Первая попала, осталось еще одной ракетой попасть. Ракета! Алло! Окей. Так, открываем тебя. Очки плюс урон. Хорошо, урон никому и никогда не помешает. Давайте попробуем сделать так. К сожалению, нет. Попробуем сделать так. Тоже, к сожалению, нет. Так, запомнили, что здесь я тестил. Всех быстренько перебил. Отлично. В упор стреляю. Ага, спасибо. Угу. Хорошая идея. А, ну потому что там бывают всякие штуки выпадают. На минимальной дистанции они в стены не врезаются, они пролетают мимо, понимаешь? Блин, так уворачивался и все равно попался на один. Дамаг. Так, поскольку больше нет шара, кстати, я могу спокойно... Блин, я забываю про ключ. Вот если бы я с заряженным ключом сюда вошел, я бы, возможно, быстренько убил одного шипастика и не получил этот урон. Чё же, босс? Опт. Не надо, мне еще магаз нужен. Давайте здесь проверим. О, комната выбора. Предлагаю розовый, опять же. Я сегодня в розовой футболке. И говно. Нет, какой хороший. Какая хорошая комната. Нет. Мое розовое поло меня подвело. No. Там еще и как... автомат был прикольный. Неужели здесь нету магазина? О, боже. О, боже. О, боже. Кстати говоря, эти он не открывает. Фух, хорошо, хотя бы на фулл хп, вернее, на фулл броне выйдем на босса. Так, это у нас Зевс. Погнали, от Зевса уклоняемся. В полете. Отойдем от него подальше. Шарики. Не забывайте с него ключами стрелять. Ай-я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 й. Зевс, дай я пройду направо, пожалуйста. Спасибо. Так, портал кофейня. И что, с него ничего не выпало, типа, да? Классно, хороший босс, мне нравится. А что с уроном? Ну, его не очень много, к сожалению.
Мне, в принципе, по-моему, основной урон все-таки... Синий доктор, да отстань ты, пожалуйста, уже от них. Блин, неужели я медленнее доктора? Ну, неужели и стример такой лох, что не может обогнать доктора? Сами броня выпадает кучу убервафель в каждой комнате. Да, ну не здоровье. Мне нужно и броня, и здоровье. Потому что здоровье мне двойное хп дает. Убей его гренами. Я не знаю, сколько у него хп. И нет, гренами не получится. Я себя гренами убью, скорее Аркас. Телепортер меня немножко подбесил здесь. Ну, как всегда, в принципе. Бля, хп слишком мало. Я не убью Афину, скорее всего. Это, если, тем более, если это final босс. Вот прям вот final босс. Значит, она, наверное, немножко сильная. Кстати, ключи не стоит подбирать. Мог выпасть артефакт при подборе ключей. Вы, типа, получаете урон. Что-то такое. Так, броню можно оттуда забрать. Все нормально. А, у меня не дамажит шипы же. Точняк! Луковка, неуязвимость. У тебя еще одно возрождение есть. Ну, понимаете, на возрождение надейся, но сам не плашай, как бы. Да? Проблема в том, что я не могу восстановить здоровье, потому что мне некуда тратить фиолетовые кристаллы. Была бы какая-то пушка, которая тратит кристаллы, было бы прям классно. Можешь рискнуть и взять, и можешь рисковать и не брать. Так, мы сейчас все еще. Мы сейчас о чем? Кристаллы. Кристаллы. Да. Халява! Халява, давай мне печеньку, которая восстанавливает фул хп. Да не боб дебильный. Блин, я не знаю. Ну давайте посмотрим, что за пушка. Спокойной ночи, приятных снов. Дает шанс призвать фей-хранителей при каждом убийстве врага. Активный, позволяет копить фей-хранителей и выпускать их. Чем выше уровень оружия, тем больше емкость. Теперь надо сделать тяжелый выбор. Думаю, что выбор не такой тяжелый, мы берем эту пушку. Сюда сможешь вернуться? Нет. Не сможешь. В эту комнату нельзя возвращаться. Все, наш ключ. До свидания. Эта штука урона не наносит. Так что феи-хранители... Походу, не так-то нужны. Еще ни хрена не видно за ними. Так, феи-хранители, 3 штуки. С другой стороны, сами феи-хранители как бы блочат урон. Так что мы выпускаем их постоянно после убийства мобов. Где-то я это вчера видел, что именно? Смену пушки перед боссом? Проблема еще в сундуках теперь. Потому что открывая сундуки, я получаю урон. Значит, я не хочу этого делать. Пыл.
Главное, чтобы на боссе ады были, да. Если на боссе будут ады, это будет классно. А чё, фея на одну комнату, что ли? Не понял. Куда делась-то? Нет, просто я её потратил. Блин, эти пильные шипы! Почему могу врагов через стены убивать? Как-то я урон получил, несмотря на то, что есть фея-хранительница. Может, они от пуль защищают? Так, тут, по идее, не может быть файта, потому что здесь этот... Блин, а синий пацан никогда не умрет. Да, тут будет файт. Шесть фей. Блин, ну феи, да, звучат хорошо. Если еще ады будут, будет прям вообще здорово. Должен тратить здоровье. Мы сможем поменять пушку, в принципе. А это какая-то бластер какой-то. Не помню. Бум-перчатки. Убейте достаточно врагов, будет выпадать больше бомб. Говно. Кузница. Активный. Позволяет поднять ящик или бочку. При этом, по-моему, не тратит этот, да? Ничего не расходует. Тоже оружие. Терпение тоже оружие. Смотрите, феи-то не исчезли. Но они как-то... Да, если они не наводятся в врага, то это такое себе. Ну нахрен. Фейки наши все. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, мы потратим деньги. Ну тупо на 10 хп. На финал, на фину. С которой мы ни разу не дрались. Файт комната, поехали. Как же меня отбрасывает из-за бомб, потому что я летаю. А, алмаз силы. Окей. Так, феи выглядят имбово. Феи — это то, что нам нужно. Феи — это наш выбор, короче. Синий, ты когда-нибудь умрешь? Нет? Ему явно не хочется. Блин, а я ключом же не хочу открывать, я же могу урон получить. И вот дилемма теперь. Стоп, а у меня есть еще щиты на карте, так что никакой дилеммы-то и нету. Мы будем открывать это, но вначале мы еще пройдем комнаты. Яйки. Сойдет. Не помню, есть ли у меня желудь. С такой системой у тебя в игре ниже 100 FPS падает. Ну, блин, ты видел, сколько в игре всего происходит в некоторые моменты времени? Отсюда и просадки. Видимо. Даже несмотря на то, что это пиксельная индюшатина, ну, всякое бывает. И у меня 7 в запасе. Классно, да? Хочу ли я вообще этот уровень проходить? Говоря, он не имеет особого смысла.
Там тебя неуязвимость в начале комнаты, открой сундук быстро, и все. Кстати, можно. Хорошая идея. Так, нам еще секретку здесь искать. Да, я понял. Да, 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 хорошая идея. Неуязвимость — это тема. Взорвались, урон не получили. Все феи вымерли. От одного взрыва. Как вам такое, чат? Теперь придется идти в ту комнату, чтобы нафармить еще фей. Что-то на урон, по-моему. После каждого боя есть шанс получить щиты. Вы сражаетесь своим человечеством. Легкий уровень. Главное просто этих убить, чтобы они до нас не долетели со своими шипами, и все. И чтобы нас Пепечлоун не откинул во врагов. Что он это умеет? Три фея, а своих опять потратил, потому что, видимо, их опять Пепечлоун продамажил. Ну, долбанный Пепечлоун, да чтоб его. Так, ну поехали искать секретку. Нет. Здесь, ну, вряд ли, ну, может, конечно, наверное, быть. Нет. Нет. Доверимся чутью. Итак, либо тут, либо все-таки тут. Знаете что? Я думаю, что здесь. Там дырка нет, пропустил. Где? Нашел уже? Где? Тут что ли? Нет. В первой комнате? В центральной? Нет. Здесь? Нет. Там, где боевая? Нет. Где вы тут дырку увидели? В общем... Кстати, сундук еще один есть. Короче, я считаю... А, ну все, мы теперь все можем чекнуть. И все-таки не тут. Стоп! Тут я чекал, по-моему. Подожди. Еще вот здесь есть. Может быть. Блин, а что я здесь-то чекаю? Я думал вообще вот тут проверить. Да что, здесь бывает на самом деле, может быть, может быть. Yes! Доверился, доверился чутью своему. Если бы мне это было надо. Если бы мне это было надо. Сейчас ночь стример до сих пор стримит. Ну надо пройти, надо уже все, уже финал. Ну что, остаемся с этим лазером, да? Ну, конечно, он типа фейк раз спавнит, да и сам по себе ничего такое вроде бы. Этот лазер выглядит, ну, очень убого. Он стреляет в АОЕ и такое себе. Что здесь за монетка и почему она не поднята? Ясно. Фух, ну, погнали, финальный босс. Богиня иллюзий. Угу. Ни хрена ж не видно. Кристаллы повсюду взрываются. Она что-то за мной летать пытается. Но в целом взрывающиеся кристаллы пока не страшные. Вот вторая фаза сейчас когда пойдет. А вот и иллюзии пошли ее, да? Ай-яй-яй, стой, не входи в меня, пожалуйста.
Ты ко мне... Да, там все лагает, когда в нее урон входит. А! Стоять! Да хватит меня входить! Блин, нет, это не, это уже не она входит в меня, это уже шарики в меня входят, да? Умри ты, я не знаю, какая из них ты на самом деле. Умри просто, пожалуйста, спасибо. Ай. Долбанный клоун со своими взрывами. В поисках истины. Победить богиню иллюзий. И еще какое-то достижение, которое мы пока не можем посмотреть, потому что... Потому что ачивки как бы, ну, недоступны. Да. Медленно теряя сознание, вы погружаетесь в теплый свет. И смотрите титры. Да, это финальный босс был. Без полета я не знаю, что бы я здесь делал. Я не знаю, что бы я тут реально делал без полета. Все боссы пройдены. Богиня иллюзий побежден. Так, открываем танцпол. Особая комната. И за шестеру электродрель. Когда убиваете врага в ближнем бою, есть шанс получить бомбу. Ознакомительная версия. Так, статуя открылась? Нет, смотрите-ка, статуя не открылась. Статуя сломана. Все еще. Well. У нас еще, смотрите, у нас еще открыта не вся сложность в игре. То есть глубинная сложность это явно не максимальная. Думаю, что есть еще какая-то сложность, потому что где-то... А почему, блин, у меня в какой-то момент в голову пришло почему-то, что есть 5 сложностей. Там где-то это писало, когда мы глубинную открыли, или... Или это из-за того, что когда мы брали сложную, там какая-то... Что-то там было, короче. Окей, ладно, найс. Найс, неонабис пройден пока что, но мы еще продолжим. Статуя сломана. Больше вроде ничего понажимать нельзя. Колонна светится? Да потому что здесь все неоновое, понимаешь? Поэтому и светится. Лифт не работает. Но играть мы еще будем. Вот эта колода, это просто игровой код. Все, чат. Мы красавчики. Фух, все. Спасибо, что смотрели сегодняшний стрим. Все, это убийство Ареса было очень жесткий, я знаю, да. Музыкальные комнаты затащили, их надо нерфить. Да, они имбовые. Спидран, наверное, починишь статую. Может быть, да, может быть, нет. Грывич, спокойной ночи. Всем спокойной ночи, друзья. Спасибо большое, что были со мной на этом обисе. Завтра продолжим изучать игру, открывать новых персонажей, открывать новые комнаты. Думаю, что открывать новых монстров тоже, потому что я почти уверен, что это еще не все монстры в игре, которые есть. Раз у нас они просто внезапно открылись, то могут внезапно открыться еще раз, когда мы откроем третью страницу. Вот. Ну и завтра также будет Ведьмак. Полдня Ведьмак, полдня Неон Абисс. Все. Увидимся с вами завтра. Всем спасибо, кто фоловил. Всем спасибо, кто подписывался с сапками, кто поддержал канал. Даже был небольшой донатик на стриме. До завтра. Доброй ночи.